У нас свершилось ощущение. Все эмоции выплеснули в самолете, как следует. Очень рады, что получилось это сделать. Быстрее уже хочется к нашим болельщикам любимым выйти на улицу, на вокзале Фотодов. Уже до нас дошло, как много их там. Даже в такую погоду очень хорошее. Все. Самый сложный момент вообще в этой серии во всем плей-оффе. Ага, спасибо большое. Да, на самом деле весь был сложный, как бы, конечно же, наверное, полуфинал такой мужской был. Мы проявили характер, показали, что мы команда, и очень счастливы, что мы это сделали. И, наконец-то Питер дождался этого, потому что было бы стыдно просто уже смотреть в глаза людям просто, какой раз мы рады. Вы видели, что в раздевалке у вас творилось, а в самолете было то же самое, но ровно летел вообще? Он летел, к сожалению, не ровно. В самолете творилось немного повеселее, чем в раздевалке. Мы все люди, все рады. Короче, все нормально. Там, вы ожидали от себя такого? Последний вопрос, будет быстрее. Давай, когда бриться собираетесь? Сразу или надо? Мне кажется, мне идет, нет? Да. Все, спасибо большое. Спасибо.